Олег Гринюк, я из города Сыктывкара, я президент-директор. В Тинториум я пришел с завода. Я работал на Кировском шинном заводе достаточно долго и попал под сокращение. Предложение моего друга Виктора Зарянова я принял с большим удовольствием, потому что видел большие перспективы в развитии российской компании в России, а потом оказалось во всем мире. На данный момент, наверное, мало городов в России, в которых я не был. Мне очень запомнилось посещение Канады. Мы бывали на Ниагарском водопаде, больше того, мы даже проплыли на корабле под брызгами Ниагарского водопада. Это было ярчайшее такое впечатление для меня. Я понял тогда, что вот это бизнес, который открывает возможности. На данный момент я и моя супруга, мы вместе в бизнесе, и мы вместе посетили очень много стран. А в Тинториум, когда люди приходят, они приходят за какими-то своими желаниями, они приходят за реализацией, самореализацией, за развитием. И самое удивительное, что фактически с первых шагов люди начинают меняться очень кардинально и только в лучшую сторону. Появляются дополнительные какие-то знания, навыки, появляется материальная обеспеченность. И это приходит фактически сразу же, с первых же действий, с первых же шагов. Это было у меня, это происходит со всеми моими партнерами, которые работают со мной. У нас есть корпоративная этика, у нас есть очень сильный корпоративный дух. Поэтому, друзья, без тени сомнения, присоединяйтесь к нашей большой компании.